Буквально пару минут назад я нашел аккаунт, где на Мираже Сильвер первый. Да, если вы не знали, в CSGO убрали просто звание, сделали отдельное звание на каждую карту. И я решил зайти на свою любимую карту, и думаю, многих игроков, и посмотреть, что там делают люди на первом Сильвере. Как вообще так можно до такого докатиться? С тебя заранее лайк, и, конечно, подписчика на канал. И если до конца года сможем добить 400 тысяч подписчиков, нам осталось вот совсем чуть-чуть, сделаю 24-часовой стрим. Вот тут телеграм-канал, где новости и розыгрыши. Вот тут твич-канал, где стримы каждый день. Все ссылки в описании. Погнали заходить на этот аккаунт. Вот это тот самый аккаунт здесь, 4700 рейтинга. Но это нам не интересно. Мы жмем просто играть. И как видим, здесь Мираж. 30 побед и первый Сильвер. Как такое возможно, я, честно говоря, себе не представляю. Но... хотя я сам откалибрался на 5-го Сильвера на Мираже. Поэтому погнали запустить катку и смотреть, кто там играет. Че, пойдемте на А или на Б? Виктор, куда идем? На А. Все, ладно, слушаем его. Поехали. Господи, что это за турель у меня снизу? Все на меня смотрят. Ладно, такого я не ожидал резкого пуша. У них вообще 4 А. Что это за тактики? Куда ты прыгаешь, друг? Тихо. Меня на всех пуль не хватает. У нас чел глушитель скручивает. Вот по дефолту в CS функция откручивания глушителя выключена. Он реально взял ее, включил, чтобы откручить себе дигл. Ой, какой дигл, господи. Если у нас А получается, будем туда и ходить, да? Не-не, сейчас пойдем по миду. Тактики нестандартные. В прыжке. А, и у нас потеря. У нас вылетел виктимов. У него и нет, не справился. Куда пропадал? Смотрю, это мой комп. Увидел много дыма на правом. И, походу, сказал, мне надо, блядь, отдохнуть. Ну, у меня комп старый, правда. А тебе сколько-то лет? Я не помню уже. Динозавров видел? Видел, но по кино. Не смог ничего придумать прикольного. Хотел пизатый ответ сказать, и не придумалось. 37 лет мне, короче, вот сколько. Нормально, молодой еще. Ну, сколько? Нормально. Да, я на самом деле не количество прожитых лет определяет твою молодость, а состояние внутреннего духа. Ну, ты понял, да? И не поспорить. 20-летних знаю дохера, которые уже все, пенсионеры. Ой, что-то мне неинтересно, ни хуй. Я же это не хочу, это не хочу. Это, ну, ой, и пиздец. Ну, ладно, и все. Нормально. Ничего не понял, что он, конечно, последнее сказал, но с Виктором я спорить не буду, которому 37 лет. Думаю, точно знает, что говорит. Также вместе с выходом CS2 очень сильно поменялись скины. Некоторые скины начали выглядеть хуже, а некоторые, наоборот, гораздо лучше. Если вдруг решил освежить свой инвентарь, то можешь это сделать на Skins Monkey. Тут все очень просто. Выбираешь скин, который тебе не нравится. В моем случае это P250 Азимов. Хочу себе его как раз обновить. Ищу, делаю поиск. Тут огромное количество скинов. Хочу получить его прямо сейчас. Убираю фильтр. И вот такой бенгальский тигр. Реально имба. Можно посмотреть его вблизи. Насколько он покоцанный, износ и все дела. Давайте его добавим в трейд. И очень приятным бонусом является то, что при выполнении баланса вы можете получить до 45% сверху. Например, в балансе на $5 получаете 7,25. 45% сверху. Довольно вкусно. Пополняем. Вуаля, баланс мы пополнили. Жмем обменять предметы. И новенький P250 уже у меня в руках. Также рекомендую тебе заглянуть на вкладочку ништяки, потому что здесь идет ежедневный, еженедельный, ежемесячный розыгрыш, где ты можешь абсолютно бесплатно принять участие. Я, кстати, уже принял. Но если ты еще ни разу не был на Skins Monkey, то вводи промокод BRILL и получай бесплатно до $5 при своем первом обмене. Ссылочку промокод я оставлю в описании. А теперь обратно к ролику. Пуль не хватило, бывает одна пуля в дигле у него. Интересно, знает ли он об этом? Теперь знает. И у нас опять Виктор вылетел. И не поспорить с Виктором. Он этот смог выйти, да? Ладно, Виктор тоже решил, смог его допушить. И тоже умер, ладно, у меня 1-5 остался. Конечно, очень странное решение у нас с первым спауном покупать авик и фулл раскид. Ну, давайте первым выйду. Откину флеш. Спасибо, засейвили меня. Действительно хороший мув. Хорошо. Ой. Ну и опять у нас Виктор вылетел. Да что ж такое? Что это такое? Мне две хаешки под ноги. Не, я думал, зайду на первый сильвер и будет полегче. Не, мне реально его жалко, он не успевает зайти, его снова выкидывают. Вот челов тут легко контрить, просто даешь им 5 смоков и все, у них компы вылетают, легчайший раунд. Да! Как они знают эти тайминги? Куда ты опять пропал? Ладно, половина 9-3. Я, конечно, на первом месте, но это же в КД против них не вышел.
Ну, не запрыгнул, бывает, друг. Бум. Так, я знаю, Андер любит играть. Ну, в принципе, был прав. Очень сильно любит Андер играть. Все, он уже проиграл. У него времени нет раздефать. Он пытался. Я проиграл катку на первом сильвере. Чего мне показывает, что мне серебро один, как будто меня повысили, хотя все еще серебро один. Ладно, спустя 37 лет я отошел от тильта и запустил вторую катку. Нормально, солнце ебатор, я тебе на голове постою, у тебя помогу. Тихо. Кто там диффузит, я говорю? А как он? Я еще и на нож посадил. Еще и своего тиммейта не убил. Как этих первых сильверов выигрывать, я не понимаю. Плетка. У кого-то реально в бае стоит плетка. А, так на этом аккаунте тоже стоит плетка в автобае. Что я туплю? Конечно, покупаем. Нифига у нее новые звуки, послушайте. Понимаете, все мои знания про Counter-Strike за все практически 6 тысяч часов ща идут в помойку, понимаете? Там экономика, как нужно пушить, стоять, а в окне играть за КТ-сторону. Это все идет нафиг. Вот это у них батл, конечно. Первое, что сказал тиммейт в чат, кроме, ну, так сказать, соло-ебатора, к нему претензий нет. Нормально сидишь, друг. Don't kill, don't kill, don't kill. I wanted to knife. Пошел ты нахуй. За что? То есть ты меня два раза с кого-то стрелял, два раза попал, да? И у тебя первый сильвер. А как я второго убил? Мне кажется, мне нужно поставить неги в меню закупки себе на основном аккаунте. Бум. А что ты сквозь стены шмаляешь по мне? Ага. Ой, ты как тут оказался, друг? Я еще ничего не прошел. Минус 4, снег его. Тут он еще какой-то с красивым скином лежит. Мне кажется, это мне его имбот. Почему у меня? Как я его убил? Понял. Почему тебя еще никто не подписал? Ты из Адыгеи, братан. У тебя 100 часов в этой игре. 100 часов. И ты даже на фейсе не играл. Алло, организация, вон вам там. Вон, в Cloud9 как раз снайпера нету. Ребят, я нашел вам. Ардкор 20. Забирайте, бесплатно. Диффуза у нас есть. Все, супер. Я еще очередную игру проиграл. 31 я настрелял ради этого. Как вырастить первых сильверов, я не понимаю. Ладно, третья катка. За меня Миша играет. С вот такой вот прекрасной аватаркой. Увернулся от всех пуль. Чисто Нео из Матрицы. Скисайте, ребята. Тише. Тихо. Тихо. Эйс. Чему я радуюсь? Я есть на первых серверах дал. Первый. Ты гранденыш. Ладно, меня переиграли моим же оружием. Так, а вот ты умираешь. Она не умер он. Бум. Бум. Ты конченый. Он мне в прыжке дал! Оп, нормально. Не, эта пушка все пробивает. Братан, у тебя дуло торчит немного. Ты в следующий раз убирай. И у тебя тоже что-то тут топаешь. И негев тоже откисай. Опа.
Ну, видимо, пацаны не знают, где палаться на этой карте. Но оно мне и не надо. По первая победа на первом сильвере есть! Может, меня сразу повысить после такой нереальной катки? Играем дальше. Вот у сильверов очень маленькая концентрация внимания. Вот он вот тут стоит, он не будет там вечность ждать, понимаете? Не ждать своих тиммейтов, какие-то гранаты откинуть. Нет, он устанет там стоять и просто выйдет на меня, и я заберу фраг. На Зевс Дашу посадили. Ну, не зря, за Нигев можно. Опять, за что Дашу убивают там? Что у них происходит? Да. Тихо. Я так понял, у них инф... Бро, ты чё? 2-1, ребят, пожалуйста. Что ты смотришь? Ты же не видишь шорт. Апс, апсы, братан! Может, меня с ничьи повышают? Знаешь, с ничьи повышают, знаете ли? Ну, было такое, как минимум, ну, в CSGO. Ну, как с этим CSWAP стоит? На меня сильверов первых, все, хватит. Я не могу тут играть. Я не понимаю, что тут делают люди. Помогите кто-нибудь.